В Люберцах прошла экологическая акция «Школа утилизации электроника». Экоактивисты рассказали, почему нельзя выбрасывать старую бытовую технику и батарейки в обычные мусорные контейнеры. А также узнали, какой вред они могут нанести природе. Григорий Ворванин продолжит. Современную жизнь сложно представить без компьютеров, телефонов, принтеров и телевизоров. При этом каждую минуту на свалку отправляется вышедший из строя прибор. Электроника – это самый быстрорастущий отход в мире. По 2019 году 53 миллиона тонн в мире образовалось электроники. Это порядка 7 килограмм на каждого человека в год. И несмотря на то, что прогноз ООН показывает, что будет около 70 миллионов к 2025 году, это один из самых малоперерабатываемых видов отходов. И наша с вами задача – популяризировать вопрос сбора и последующей переработки электроники. Даже небольшая батарейка представляет огромную опасность для окружающей среды. Содержащиеся внутри магний и цинк безвредны, пока корпус аккумулятора не поврежден. Когда у нас с вами разлагается батарейка, корпус достаточно быстро разлагается. Я думаю, что если вы просто, допустим, в воду поместите дома батарейку, вы увидите, как быстро у вас корпус начнет гнить, и из него начнут выделяться все вот эти вот вещества. В больших концентрациях попадают в почву, и плюс еще образуются опасные соединения, а вот это уже для нас с вами опасно. Участники акции признались, используя бытовую технику, не задумывались о вреде, который могут нанести природе сломанные электроприборы. Чаще всего просто выкидываю, как не утилизирую. Теперь буду специально собирать батарейки и в комплексы их относить. Сдавать в специализированные пункты надо и современные энергосберегающие лампы, и старые ртутные градусники. На протяжении нескольких лет в городском округе Люберцы реализуется программа по раздельному сбору мусора. Во дворах и общественных местах установлены специальные разноцветные контейнеры для батареек, пластика и бумаги. Мы должны создавать некие точки, что ли, некие условия, чтобы где будет, должна быть приемка вот этих всех приборов, отходов, отходов электроники и так далее. Люберцы всегда были на острие самых разных начинаний, и я думаю, что эту работу мы с вами успешно на территории будем делать. Сразу после акции старую бытовую технику погрузили в автомобиль и увезли на утилизацию. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.